этот фильм будет про наш первый семейный оффроуд фестиваль на пределе. Мы уже готовы к нему, и он будет прямо сегодня и прямо сейчас. Буду проводить прямую трансляцию на YouTube. Скорее всего, вы ее уже видели, потому что ролик будет выходить после, сильно после. Все, телега готова, там шмурдяка полная. Верный боевой конь, телега ВОЗ, тоже готов. Ну все, я поехал. Все на фестиваль. Поехали с нами. Поехали с нами. Итак, сегодня пятница. Мы собираемся выезжать в сторону базового лагеря. Там куча работы. Куча работы по трассам. Лент натянуть надо, хоть они и прокатаны. Ну все, давайте увидимся на поляне. Сейчас я поеду. Выдвигаемся для того, чтобы окончательно подготовить лагерь, доделать трассы, и встречаемся завтра на месте. Поехали! Всем привет! Ну что, ребята, поехали на фестиваль на пределе. Давайте с нами строить лагерь. Значит, электрик у нас подцепляет березу к электричеству, чтобы каждый листик горел. Паяльник. Главный паяльник страны. За связь без брака. За связь без брака. Здесь у нас ответственный за кухню Алексей. Опасайтесь оголенных концовки белей. Это у тебя. Просто гости. Просто гости. Павел нарушает санитарную зону со своим автомобилем, но он сейчас разгрузится и поставит на место. Конечно, конечно. Только под разгрузку. Да, там уже у нас гости заселились. Здесь будет палаточный лагерь. Сейчас я вам покажу, что будет дальше. Здесь, значит, танцпол, рассчитанный на 375 человек. Благо, приехал шуруповерт. И сейчас я закончу свою сцену. Тут электрики дефилируют. Дальше. А там же ключ. Так, ладно, пошел помогать. Что, начинаем потихонечку? Танцплощадка готова, сцена готова, музыка готова. Самое главное, что уже и зрители, и участники, и гости все здесь. Считаем, сколько можно идти вдоль машин. Почти минута. В нашем первом семейном оффроуд фестивале на пределе здесь каждый желающий, ну, уже не каждый, потому что трассы закончились, количество мест ограничено, может испытать свой автомобиль, понять, как он едет. Самое главное затея, что те ребята, которые поедут на стоге, они посмотрят, как туристы и спортсмены делают это профессионально, потому что мы все-таки дилетанты, мы соревнования не устраиваем. И раз это не соревнование, пожалуйста, берегите свои машины, не надо рвать.
не надо лететь вдаль далекую. Едем на удовольствие. Но на каждой трассе будет один человек, который проехал быстрее. И вот для этого человека с каждой трассы будет подарок. Через поселок, пожалуйста, держите себя в руках, не гоните. Могут быть дети, люди и пыль. Ну все, тогда собираемся. Желаю вам всем удачи. Ты думаешь, поможет? Верим? Верим. Да что-то вообще голову не показывает. Ты ее одень и нажимай кнопку. За первым местом приехал? Да. Думаешь, поможет? Нет. Нет? Сколько травишь? Одну поделал. Хорошо. Давай удачи. Даже не вылетело. Вот и диагоналочка. Работает стабилизация, и вы посмотрите, что творит. ML-то с имитациями это место прошло гораздо легче. Давай сделай непринужденное лицо.
Итак, у нас первый финиширующий спорт. Серьезная подготовка техники. Это место для него просто баловство. Мне кажется. Но это не точно. Ну, мало-мало едет. Правда, больше вниз. И спорт выходит на финишную прямую. Это куда он пришел? А? Привет! Спасибо, что приехали, и добро пожаловать на первый семейный, международный, можно сказать, оффроуд фестиваль на пределе. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас соберем сюда всех детей с поляны, освободим родителей от опеки ненадолго, на часик, и немножко поиграем. Есть желающие дети еще на поляне поиграть? Пойдем подарки забирать. Быстро. Да. Держите так. А как вы вообще, в принципе, оцениваете трассу на сегодня? Я думаю, что вы же много уже раз ездили, много где участвовали. Как вам понравилось? Было интересно. Классно, да? То есть, если классно, давайте я вот так. 5 баллов, все, пятерка. Отлично. Теперь поднимают руки, так как я с детьми уже намного ближе познакомилась, они уже стали моими детьми, пока вас не было. Кто ездил с родителями и с детей, поднимите руки, чтобы я видела. Так, вот. Я хочу сказать огромное спасибо отдельное нашим деткам, которым это интересно. Поэтому давайте им аплодисменты за то, что они с родителями ездят на такие классные движухи. Ну а сейчас самое приятное, то, что ждали все уже давным-давно, это награждение. Сереж, у тебя все есть. Мы сейчас сначала награждение или сначала... Награждение. Давай. Все в твоих руках, давай. Да, ребята, еще раз всем огромное спасибо, что явились к нам на фестиваль на пределе 21. Очень надеюсь, что эта затея будет ежегодная. И в следующем году народа будет еще больше. И нам нужна будет полянка пошире, а озеро поглубже. Итак, дети, согласен, подсыпем. Все, не буду долго затягивать, дождь надвигается. Итак, лучший результат на каждой трассе будет награжден сертификатом от нашего партнера Offroad Camp. И сертификат на 5000 рублей. На 5! Да. Арсенчик, обожаю тебя, блин, а? Я каждый раз говорю, тебя надо взять к себе. Просто. В категории стандарт уходит экипажу с бортовым номером 18. Ты лучший!
экзамен. Принимай. Это ваше. Поздравляю вас. Вот он. Я вам скажу, знаете, какой результат? Он проехал стандартную трассу за 5 минут 18 секунд. Жека, вы хотите что-то сказать? Ну, огромное всем спасибо. И как бы у меня это второй только заезд всего лишь лим вообще в моей жизни. Давай поговорим! Это мы с тобой потом. Ну, вам, организаторам, огромное спасибо вообще за этот праздник вообще. Все круто, все классно. Большое спасибо. Итак, вторая по сложности категория туризм с результатом 3 минуты, 3 минуты и 8 секунд. Сертификат на 5000 рублей в магазин Offroad Camp получает экипаж с бортовым номером 7. Где? Поздравляю. Поздравляю вас. Согласитесь, что на самом деле подарки, конечно, приятно, но участие намного круче. Поздравляю вас, поздравляю. Сказать что-нибудь хотите? Да, спасибо огромное организаторам. Молодцы, побольше надо и каждый год. Ну, а в принципе, все. Молодец. Ну и самая сложная трасса, которая сегодня покорилась, ну, наверное, третий только заявившимся экипажей, это категория спорт. И в категории спорт сертификат на 5000 рублей от нашего спонсора магазина экипировки Offroad Camp уходит экипажу под номером 32. Время, сколько время, время? 20 минут 53 секунды. Я побью его. А где этот человек? 32. Где? Вот, ага. Вот. Да. Это у нас. Поздравляю. Это Шуну, да? Да. Все их знают. Да, Шунут разруливает. Я вас поздравляю. Спасибо. Блин, трасса очень вообще интересная, очень понравилась. Триал лютый. Прям классно, классно, классно. Вообще классно. Красавчик. Арсенчик, ты же говорил, что они красавчики и классные. Ну вот, видишь. Арсен, ты когда собрался покорять время? Арсенчик сегодня расстроился. Я вообще, в принципе, приехала, знаю, что он заявился. Говорю, где он? Иду, значит, ищу его. Нигде нет, вижу, машина стоит. И за спиной мне кричат, это что, Лера, что ли? Лер, смотрю. Я говорю, а ты что, не участвовал? Он говорит, блин, опоздал. На самом деле он очень расстроился. Давайте его поддержим аплодисментами. Потому что этот человек всегда старается быть на всех мероприятиях, которые есть. Он просто сказал, трасса слишком простая. Простая, да. Говорит, не буду наказывать. Там победить другим этот раз. Ну что, Лер, теперь, наверное, к самому интересному. Давай, давай. Как вы все знаете, среди экипажей, кто участвовал, доехал, не доехал, но выехал на старт, на трассу, у нас сейчас, прямо здесь, будет проводиться беспроигрышная лотерея. Молодец. Выговорил. Торговый дом Анкира, чайный дом, это эксклюзивные ароматы, невероятные коллекции и очуменные вкусы чая. Первый номер, все готовы, кулачки держим. 31. Номер 31. 31. Так. Есть. Я вас поздравляю, первый подарок ваш. Подожди. Стоп! А еще диплом участников у нас есть. Ого, давай. Об этом я не знал. Давай я буду сразу же выдавать. Конечно. Опа, почему по порядку? Это что такое? Поздравляем. Поехали, следующий номер. А, давай. Барабанная дробь. Номер 28. Номер 28, бортовой у кого? 28! 28! 28!
поздравляю. Маленькие, но очень нужные, потому что каждый джипер знает. За дипломчиком повернитесь, пожалуйста, вот сюда. Разощита лучшая штука. Так. Погнали дальше. Номер 5. Номер 5. Если 4 казачки. Где номер 5? Мы ждем тебя. Номер 5 бежит, вижу вон. В черной кепке с желтыми буквами. Это ваше. Пожалуйста, поздравляю вас. Дипломчик здесь. Если вы хотели обняться со мной, поцеловаться, можно. Поздравляю. Он не ожидал. Да. Мне не нужен он. Не нужен, если что. 39. Там кричат уже забирай. 39. Номер 39. Голубоглазые, поздравляем вас. Это вам. Поздравляем. 4. Номер 4. Номер 4, кто? Здесь. Я передам, что мы не едем. Все, пожалуйста, пожалуйста. Диплом, пожалуйста, заберите. 37. Номер 37. Вы заметили? 37, это мы. Ты что такая грязная? Она же ездит. Она на квадрике гоняла. Да. Слушайте, ну вообще, я смотрела, как она ездит, она молодец, крутая. А тебе да я или папе? За папе. За дипломом тогда. Мы вас поздравляем. Поздравляем. Номер 14. Номер 14. Поздравляю, поздравляю. Вот там руки жмите с кем-нибудь. А обниматься? Да, вы только говорите, я буду обниматься, мне не жалко. Вы знаете, столько мероприятий был каждый день, поверьте. Каждый день обнимаешься, уже просто глаз замылен. Ты не знаешь, с кем ты это делаешь. Так, цифра 7. Номер 7. 7. Семерочка. Да. Что дают-то? Держи. Что дают? Что дают? Все дают? Номер 15. Номер 15. Номер 15. 15 номер. Кто знает, может быть, кто был с номером 15? А это кто? 15 номер. Но, хорошо, наверное, давайте следующий. Давай вот так сделаем. Следующий? Нет? Прячу его, да, второй. Кто-то был. 25-й. Номер 25. Просто у нас стандартные есть, которые... Уехали? 25-й. Мы потом передадим, у нас все контакты есть, поэтому... 25-й тоже отодвигается. Так, окей, дальше что у нас идет? Дальше у нас офигенно крутая штука. Не-не, это мы пока... Да? Так, это что такое? Если вы путешествуете в автомобиле с лопатой или топориком, вот это прямо тема, я вам скажу. Да? Итак. Это вообще штука офигенская. Я же тебе говорила, что они меня побьют скоро. Итак, я сразу 3 вытянула. Вот давай. Как раз 3. 30, 19 и 11. Номер 30, номер 19 и 11. 30 это мы. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста. А кто еще? Номер 19, номер 11. Ну, отсутствует, видимо. Так, ты какой номер был? 30. 30, да? Откладывай. 30-го уничтожить. 30-го уничтожить. Дальше. Что хотите? Давайте дальше разыграем еще одну полезную штуку. Это вот эта штука называется для безопасного лебежения. Совершенно верно. Номер 10 и номер 73. Номер 10 и номер 23. Так, это ваша. А еще один какой-нибудь еще? 10. 23. 10. 23. 23. Пожалуйста, это ваше поздравление. А диплом, пожалуйста, берите. Диплом, пожалуйста. Лома, диплом участника.
Дипломы, да. Так, дальше. Чтобы не теряться в темноте. Так, Лерик. Вот эти штучки, да, у нас я достану тогда. Это офигенная штука, называется LED-фонарь. LED? На 27 ватт каждый. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, это 4. А, 4? Да. А, все, поняла, 4. Первое, номер 35. Номер 35. Второе, номер 34. Номер 34. Где ты 34? Один. Номер один. И номер два. И номер два. Поздравляем, диплом участника забираем. Номер один. Молодцы, номер один вообще сегодня отыграли хорошо. А номер два — это был первый экипаж, который в категории спорт приехал на финиш. Мы приближаемся уже к приятнее, я такой подарочком, да? Давай-ка канистрочки. Канистрочки, давай-ка. Ау. Давайте-ка разыграем канистрочки. Сначала две маленькие. Я ударилась просто. Нет, тут эту штуку. Настоящие девочки не плачут. Так, две канистры. Две канистры, да. Мне кажется, тут у меня не хватит бочоночков. Ну, я себе... 12 и 32. Номер 12, номер 32. Опа, 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 знакомиться. Выбирайте любой цвет быстрее, кто первый. А, и диплом участника. Диплом участника. Спасибо вам огромное, вы молодцы. Следующие две канистры красивые. Итак. Итак, номер 6 и номер 21. Номер 6, номер 21. Уже любую, какая быстрее, нравится тебе, быстрее бери. Мы вас поздравляем. Поздравляю. Да ты мой маков какой-то, божечки. Смотри, ты мне в пупок дышишь. Смотрите, мне, пожалуйста, говорит. Арсен, охрану ты обещал мне. Да, он мне охрану обещал у палатки поставить. Так, дальше. Итак, три, да? Поехали. Дальше офигенная штука. Номер девять. Рывковый трос. Угу. Номер девять. Номер девять? Смотрите, как совпало. Номер девять. 9 метров и 9 тонн. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста. Номер 13. Моя счастливая. Номер 13. Это ваша. Поздравляю. Диплом, пожалуйста, участника. Номер 16. Номер 16. 16 номер. Так. Так, вот эти вот штучки сейчас. Для водички. Это вообще обалденная вообще штука для... Да. Это не то, что для водички. Это для того, чтобы развести бензин для бензопилы. И у вас на любой жаре. Серьезно? Я думала, это ж... пить. А не алюминиевый. Можно, кстати, и пить. Но тут, видишь, нарисовано. Сразу понятно, ни в чем не разбирается. Видишь? Я пусть ее попила бы. Тут нарисовано, пить можно только один раз. Номер 33. 33. Где? Нету? Нету, да? Держи. Номер 40. Номер 40. Номер 40. Номер 8. Никому не запила, не нужна. Как это я? Номер 8. Вот у кого есть бензопила. Спасибо вам за гонку, это огонь. О, самое приятное. Это чуть-чуть. Опа! Держу! Я перемешиваю! Мне самой волнительно. Номер 18! Номер 18! Где? Так, дождик пошел быстрее! Спасибо! Участника! Жалко, где еще тебе фашисты? О, Женя, молодец!
достало. Подожди, не говори, не говори. Я не говорю, просто нет. Достало уже. Подожди. Никого не достало. Я достала. Ну что, барабанная дробь и лебедка. На 12 тысяч чего-то там достается экипажу с бортовым номером... 22. 22! Герой у нас, парень. Давайте ему тоже аплодисменты. Смотрите, он сегодня тоже участвует. Все дети, кто участвовал, вы герои. Аплодисменты. Стой, фоткаемся. Так. Спасибо. Круто. Так. Так, всем остальным шахматы. А вот что у тебя осталось? Итак, номер 17. 17, кто? Давай скорее. Оп, пока дождь не залил. Это так называемые утешительные призы, которые очень нужны. Номер 24. Номер 24. Так, номер 26. Вот идет 26-й. Это вам. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Вот там вот дипломчик возьмите, пожалуйста. Номер 3. Номер 3. Вот у нас участник. Поздравляю. Все эти штучки вы любите. Да, офигенная штучка. Это чтобы цеплять за все, что нужно. Номер 38. Вы же говорили 8 там, что-то 30. А, 38. Все нормально. Вот 38, как просили. Простите. 27. Номер 27. Прекрасно. Поздравляю вас, спасибо за участие. Разбирайтесь сами там, кто что-то обвиняйтесь. Номер 20. Номер 20 есть? Есть! О, да, конечно, это же наш водитель Жука, который на переднем приводе проехал трассу для Стока. Я приехала и смотрела видос, как она проехала. Молодец. На Жуке умудрилась. Умничка. Все, это 20 у нас 4-й. Да. Ну, на этом розыгрыш призов окончен. Предлагаю немножко... Я знаю. Немножко переждать дождь и у дальше. Нас еще, подожди, вот смотри, у нас еще осталось вот здесь вот. Вот 29-й остался и 36-й. Давай, подходи, да что стоим-то? Стоишь-то? Я, говорит, остался и стою. И 36-й. И 36-й где-то стоит. 36-й где? Все, нету. Ну что, прячемся от дождя. Всем огромное спасибо. На этом не заканчивается. Естественно, сегодня только диско-пати продолжается. Сейчас дождик пройдет, и мы все выбежим. Я всем очень рада. Повторяем за девчонками. Hola, ¿qué tal, María? You turn me on like sweet sangria. You and I, we're gonna put it.
Ну что, вы сможете сказать, кто из взрослых танцевал круче всех? Я, конечно. И кто еще интересно? Я. Еще одно? Конечно. Так, а пока девчонки у нас выдыхают, у меня есть еще одно благодарственное письмо. И его я хочу вручить. Где? Вот. Извините за долгий экскурс в историю. Валерий Железняк. Да ладно? За безумно помрачительную, энергичную и нереальную дневную вечеринку. А теперь возьми ручку, зачеркни букву «Ж» и напиши «З». Зель? Но я готова быть Железняк, потому что меня называют все почему-то Железняк. Да, у тебя так и Зеленяк. Нет, Зеленяк там «З». Это Ваньки писал. Ну ладно, посмотрим. Все равно, ребят, дайте мне. Знаете, вот про что я и говорила, что самое приятное — это находиться в моменте с теми людьми, которые есть, участвовать там, где сейчас проходит что-то, да, и это самое крутое, самое прекрасное, потому что сегодня познакомилась со многими людьми, я вас благодарю, это круто. Я, знаете, даже, наверное, впервые за много месяцев отдыхаю. То есть я сейчас прям реально смотрю, отдыхаю, кайфую. И пускай вот все мероприятия проходят настолько жизнерадостно, улыбчиво и так доброжелательно. Ребята, я вас благодарю. Мне приятно. Мне ни разу не дарили дипломы. Да? Да, никогда. Хотя я столько лет уже веду всякие разные мероприятия, но это прикольно. Спасибо. Ну все. Низкий поклон. Так, девчонки, теперь песня в зачет. Готовы? Вы танцуете, показываете и смотрите, кто из взрослых лучше всего танцует. Вы помните, да, что с меня подарок офигенный? Ну такого вам точно никто не дарил, я вам так скажу. Пять минут нету, Леша, нету, терпи, Алексей! Are you ready? А это море, Галилей. А это море, Галилей. А это море, Галилей. А это лодка на море Галилей. Ну неплохо. А это лодка на море Галилей. Молодцы. Так. Мы тренируемся ночами теперь. Что? Мы совещаться. Это я. Кто-то плывет перед.
Багишев, нет, все, у нас был конкурс, все по-честному. Девушка в зеленом топике, Аня Максимова, побеждает в этом конкурсе. И, как я и обещал, Аня, ты такого подарка никогда не получала! Это тебе повезло! Молодцы! Тебя выбрали, кстати. Ой, спасибо. Так, ну что, продолжаем. На белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова нос седая, никак не отпускает меня. А в эти белые розы, желтые тюльпаны, Я тебя не верю, никому. Если только тебя не верю.